Доброго времени суток, друзья, перед нами телефон Dugi S96 Pro, и в этом видеоролике мы очистим хранилище этого устройства от всяких ненужных лишних файлов, от мусора, чтобы он не засорял ваш телефон. Для этого мы переходим в приложение под названием Files. В этом приложении у нас есть снизу три пункта, нас интересует левый под названием Очистка, и здесь у нас будут предложены разные варианты очистки нашего телефона. Например, удалить ненужные файлы, нажимаем освободить, очистка. И таким образом у меня сейчас освободился почти гигабайт места, у вас же может быть здесь даже больше. Дальше, копии файлов. Например, мой телефон видит, что у меня очень много одинаковых фотографий, а также несколько одинаковых каких-то приложений, если у вас есть. Нажимаем удалить все дубликаты, удалить. Таким образом мы опять же снова освободили немного места. Удаление старых скриншотов. Например, мой телефон видит, что у меня есть какие-то скриншоты, которые я видел, делал точнее очень давно. Вот. И мой телефон считает, что они мне не нужны. Вы выбираете, какие из этих скриншотов вам не нужны, и удаляйте их. Я это делать не буду, так как они могут мне еще пригодиться. Дальше. Удаление больших файлов. Нажимаем выбрать файлы. И, например, мой телефон видит, что у меня есть каких-то два видоса. Видоса Antutu Benchmark и Zello APK. И то есть приложениями, которые я не пользуюсь, которые занимают очень много места. Я нажимаю удалить. Удаляем. И все, таким образом мы освободили только что огромнейшее количество свободного места на нашем телефоне. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока!